В преддверии Нового года российский офис «Шкода» традиционно предлагает своим клиентам привлекательные условия на покупку автомобилей марки. Так, при покупке «Суперба» можно сэкономить до 215 тысяч рублей. А выбор «Октавии» гарантирует выгоду более 192 тысяч. Максимальная выгода для модели «Кодиак» выросла сразу до 235 800 рублей. В свою очередь, компактный лифтбэк «Рапид» можно купить со скидкой 133 тысячи. С 1 по 31 декабря продолжают действовать специальные предложения по классическому кредиту и фирменной программе «Simply Clever». В декабре также предлагается акция по страхованию «Каско» под 3%. Она действует при покупке моделей «Октавия» и «Кодиак». По-прежнему можно воспользоваться популярной программой «Утилизация» и «Трейд-ин», которая дает возможность сэкономить до 130 тысяч рублей. От российских новостей переходим к мировым. Производство четвертого поколения «Октавии» стартовало на главном заводе компании в чешском городе Млада Болеслав. Сейчас с конвейера ежедневно сходят 1150 машин, но постепенно выпуск будут наращивать. Предыдущее, третье поколение «Октавии» продавалось в среднем по 400 тысяч машин в год. А всего за 23 года выпущено 6,5 миллионов экземпляров. Что делает «Октавию» бестселлером марки «Шкода»?